В рамках инициативы «Женщины во имя мира», основной целью которой является содействие женщин мирному урегулированию Карабахского конфликта, армянская сторона обратилась не к азербайджанским женщинам, а ко всем сторонам конфликта с призывом сохранять режим прекращения огня. Об этом в интервью «Голос Америки» заявила находящаяся с визитом в США супруга премьер-министра Армении Анна Акопян. «Это нужно для того, чтобы не погибали молодые солдаты, стоящие на границе как с армянской стороны, так и с азербайджанской. Единственный смысл нашей инициативы – сохранить жизнь солдат и не жертвовать ими зря, потому что на протяжении всех лет противостояния у нас были тысячи жертв с обеих сторон. Были тысячи жертв, но мы их принесли зря, потому что эти жертвы никак, ни на один сантиметр не приблизили нас к урегулированию конфликта, если не сказать наоборот, отдалили от урегулирования, так как в условиях ненависти мы не можем найти решение конфликта», — сказала Акопян. При этом супруга премьер-министра Армении, сказав «А», так и не нашла в себе сил сказать «Б», то есть добавить, что тысячи армянских солдат погибли во имя ничего на чужой для них земле, на территории Азербайджана.